С ребенком случилась беда. Из окна 6-го этажа этого дома на улице Кудряшова выпала девочка. Трагедия произошла около 2 часов дня в четверг. Сотрудникам полиции удалось выяснить, что малышка 5 лет выпала из окна на кухне. С серьезными травмами ее увезли в больницу. Семья благополучная, женщина одна воспитывает 3 детей. В момент происшествия она занималась ремонтом в комнате. Девочка пришла на кухню. И вот, как в ходе осмотра выяснилось, около окна стояла табуретка, на которую ребенок поставил еще и детский стульчик сверху. Вот, видимо, это стало причиной того, что она добралась все-таки до окна. Было ли она открыта, открыла ли она его сама, это обстоятельства эти выясняются. Причины происшествия выясняются, пока там работают сотрудники полиции. Ребенок госпитализирован.